Приветствую вас на канале Повезушки с Танюшкой, и сегодня я хочу предложить вам связать вот такую тепленькую шапочку для девочки. Эта шапочка идет с двойными ушками и вот с таким отворотом. Узор здесь вот такой и вот такой пушистенький помпончик. Завязки связаны полым шнуром. Ну и давайте приступим. Для вязания я буду использовать пряжу кроха, троицкая пряжа. В 50 граммах здесь 135 метров, 20% мериносовая шерсть и 80% акрил. Для работы нам понадобятся спицы номер 3 и номер 4, маркер для вязания и счетчик рядов. Для начала из этой пряжи мы должны провязать образец. Я провязала и лицевую гладь, и резинку. Лицевую гладь я провязывала на спицах номер 4, так как шапочку я буду вязать четверочкой, а на тройке провязала резинку. И потом вам нужно измерить, сколько приходится петелек на 10 сантиметров. Посчитали. И чтобы узнать, сколько в одном сантиметре, нам нужно разделить количество петель на 10. И мы узнаем, сколько петелек в одном сантиметре. У меня в данном случае 20 петелек в одном сантиметре. Обхват головы ребенка 52 сантиметра. Поэтому нам нужно 52 умножить на 20 и разделить на 10. Получаем 104 петли. 104 петли нам нужно набрать, чтобы вязать шапочку. Но так как раппорт узора у меня получается 16 петель, то я буду набирать 112 петель. 112 петель мы делим на 16 петель раппорта и получаем 7 раппортов. На спице номер 3 нам нужно набрать 112 петель. Набирать я буду обычным способом на одну спицу. Так набираем 112 петель и еще делаем одну дополнительную петельку для того, чтобы замкнуть наше вязание в круг. Итак, провязали мы 112 петель, сделали дополнительную петельку 113 и теперь будем соединяться в колечко. Для этого провязываем первую петельку лицевой и затем последнюю петельку набрасываем на провязанную. И переодеваем эту петельку на левую спицу. Теперь нужно накинуть маркер. Это будет наш разделитель первого ряда. И нам нужно провязать резинкой 2 на 2 по кругу где-то 7 сантиметров. Начинаем вязание с лицевой. Провязываем первую лицевой, вторую лицевой, 2 изнаночных. Провязываем 1 изнаночную, 2 изнаночную. Снова лицевая и еще 1 лицевая. Итак, вяжем ряд до конца и затем вяжем еще 7 сантиметров. Итак, провязала я 7 сантиметров. Это у меня получилось 25 рядов. И теперь нам нужно провязать один ряд лицевыми. И затем провязать, опять же набрав 2 лицевых, 2 изнаночных, резинкой 5 сантиметров. Итак, провязали мы еще 5 сантиметров резинкой от лицевого ряда. У меня получилось на 5 сантиметров 18 рядов. Теперь мы будем переходить на спицы номер 4 и будем провязывать первый ряд узора. Первый ряд узора вяжем следующим образом. Первых 2 петельки провязываем лицевыми. Хорошенько подтягиваем, чтобы не было дырочки. Следующую петельку провязываем изнаночную. Делаем 12 лицевых. Пять, шесть, семь,
восемь, девять, десять, одиннадцать и 12. Провязываем одну изнаночную и начинаем раппорт сначала. 2 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И 1 изнаночная. И вяжем так дальше. 2 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Итак, провязали первый ряд, приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду мы начинаем вязание с 2 лицевых петель. Провязываем 2 лицевых, делаем 1 изнаночную. И дальше будем формировать косы. 2 петли нам нужно снять перед работой. Я снимаю их на правую спицу. Провязываем 2 лицевых. Затем нам 2 снятых нужно вернуть на левую спицу. Делаем это таким образом. Провязанные поднимаем на правую. И провязываем снятые петли лицевыми. Теперь провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Теперь 2 петли нам нужно снять за работой, поэтому мы ниточку рабочую перекидываем на лицо и снимаем 2 петельки на спицу. Провязываем 2 лицевых. И теперь с изнанки мы должны поднять этих 2 петли на левую спицу. Провязанные мы поднимаем на правую. Перекидываем ниточку и провязываем 2 снятых лицевыми. 1 и 2. И осталась у нас 1 изнаночная. И теперь мы повторяем раппорт. Провязываем 2 лицевых. Изнаночная, 2 снимаем перед работой, 2 лицевых, 2 снятых снимаем на левую спицу, а провязанные одеваем на правую, и снятые провязываем лицевыми. Далее делаем 4 лицевые петли. Две петельки снимаем за работой, 2 провязываем лицевыми, и эти 2 петельки с изнаночной стороны возвращаем на левую спицу, а провязанные одеваем на правую. Снятые петельки провязываем лицевыми и делаем последнюю изнаночную. И вяжем так до конца этот ряд. Итак, довязали второй ряд, приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд вяжем так же, как и первый. Делаем 2 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 1 изнаночная. И раппорт повторяем. Так вяжем до конца третьего ряда. Итак, довязали третий ряд, переходим к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд начинаем вязать с 2 лицевых, вяжем 2 лицевые.
Делаем одну изнаночную, провязали, теперь 2 лицевых. Теперь делаем перекрещивание, значит, 2 петли мы снимаем перед работой, я снимаю их на правую спицу, 2 провязываю лицевыми, 2 петельки снятых переснимаю на левую спицу и провязываю также их лицевыми. Следующие 2 петли мы снимаем за работой, 2 провязываем лицевыми. И 2 снятых с обратной стороны мы переснимаем на спицу, на левую. А провязанные передеваем на правую. И 2 снятых мы провязываем также лицевыми. Провязываем еще 2 лицевые. И 1 изнаночная. Давайте провяжем еще вместе один раппорт. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 петельки снимаем перед работой, 2 провязываем лицевыми, 2 снятые переснимаем на левую спицу, а провязанные на правую. Провязываем снятые петельки лицевыми. Следующих 2 петли мы снимаем за работой, 2 провязываем лицевыми и снятые мы переодеваем на левую спицу. Провязанные на правую. Провязываем снятые лицевыми. Делаем 2 лицевых и 1 изнаночную. И повторяем раппорт до конца этого ряда. Итак, довязали 4-й ряд, приступаем к вязанию 5-го ряда. 5-й ряд вяжется так же, как и первый. Вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 12 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 и 1 изнаночная. Итак, вяжем ряд до конца. Итак, довязали 5-й ряд, переходим к вязанию 6-го ряда. Делаем в начале 2 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 петли оставляем за работой, 2 лицевых, 2 петли снятые возвращаем на левую спицу, провязанные на правую, провязываем 2 лицевые. Снова вяжем 4 лицевые, 1 изнаночная. Так вяжем до конца целый ряд. Итак, довязали мы 6-й ряд, и теперь мы будем вязать, повторяя все ряды с 1-го ряда по 6-й включительно. Итак, нам нужно будет вязать до нужной нам высоты. Вяжем данным узором до нужной высоты. Провязала я 30-й ряд. Это получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5 раппортов. И высоту это получается. Мы будем измерять высоту от лицевого ряда. Это где-то 16 сантиметров.
16 сантиметров это маловато, поэтому я провяжу сейчас еще пару рядов, и можно будет делать убавки. Я думаю, что 4 ряда будет достаточно. Сейчас я их довяжу и вернусь к вам. Провязала я 34 ряда, и у меня получилось 17 сантиметров от лицевого. Теперь резиночку можно подвернуть по лицевому ряду. И с 35 ряда мы начинаем сокращать петь. Первых 2 лицевых мы провязываем вместе лицевой. Одна изнаночная. 12 лицевых. Двенадцать лицевых и одна изнаночная. Снова 2 лицевых провязываем вместе. Одна изнаночная. 12 лицевых. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1 изнаночная. И так вяжем ряд до конца. Итак, провязали 35 ряд, приступаем к вязанию 36 ряда. Провязываем лицевая. Изнаночная, 4 лицевых, 2 петельки снимаем за работой, 2 лицевые, перекидываем 2 снятые на левую спицу, провязанные на правую. И провязываем 2 лицевых, 4 лицевые, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда без убавок. Итак, провязали 36 ряд, приступаем к вязанию 37 ряда. В 37 ряду мы также не будем никаких делать убавок-прибавок. Провязываем, как обычно, лицевая, изнаночная и 12 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 1 изнаночная. И так вяжем до конца этот ряд без убавлений. Итак, провязали 37 ряд, приступаем к вязанию 38 ряда. Провязываем первый лицевой, вторую изнаночной, 2 петельки снимаем на правую спицу, 2 следующие петельки провязываем лицевой, 2 снятые возвращаем на левую спицу, провязываем 2 лицевых. Дальше провязываем 4 лицевых. 2 за работой, провязываем 2 вместе лицевой, две снятые перекидываем на левую спицу,
а провязанную на правую. И провязываем 2 лицевых. Провязываем одну изнаночную и лицевую. И также провязываем все остальные рапорты. 1 изнаночная, 2 снимаем на правую спицу нить за работой, 2 вместе провязываем лицевой, две снятых передеваем на левую спицу, провязанную на правую, и провязываем 2 снятых лицевой. 4 лицевых, 2 оставляем за работой, 2 вместе провязываем лицевой, 2 снятые перекидываем на левую спицу, провязанную на правую, и 2 провязываем лицевых. 1 изнаночная и повторяем раппорт. Вяжем так до конца ряд. Итак, провязали 38 ряд, приступаем к вязанию 39 ряда. 39 ряд нам нужно провязать по рисунку. Первую вяжем лицевой, 2 изнаночная, 10 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И 1 изнаночная. И так повторяем раппорт до конца без убавок. Итак, провязали 39 ряд, переходим к вязанию 40 ряда. Провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. Теперь снимаем 2 петельки перед работой и 2 провязываем вместе лицевой. 2 снятые одеваем на левую спицу, провязанную на правую. И снятые провязываем лицевыми. Далее оставляем 2 за работой, 2 провязываем лицевой, 2 снятые переодеваем на спицу левую, провязанную на правую, и провязываем снятые лицевыми. 1 лицевая, изнаночная, и начинаем заново раппорт. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, 2 перед работой, 2 вместе лицевой, 2 снятые переодеваем на левую спицу, провязанную на правую. И провязываем 2 лицевые. Далее оставляем 2 за работой. 2 провязываем лицевой вместе. 2 снятые переодеваем на левую спицу, а провязанную одеваем на правую. И провязываем их лицевыми. Снова 1 лицевая, 1 изнаночная и лицевая. Продолжаем дальше вязать до конца ряда. Итак, провязали 40 ряд, приступаем к вязанию 41 ряда. 41 ряд мы будем вязать по рисунку. Провязываем лицевая, изнаночная и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 изнаночная, и так вяжем до конца ряда. Итак, провязали 41 ряд, приступаем к 42. Вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых. Теперь 2 петли оставляем за работой. 2 петли провязываем вместе лицевой. Снимаем 2 петли на левую спицу, а провязанную на правую. И провязываем снятой лицевой. 2 лицевых. И остается у нас 2 лицевых. И 1 изнаночная. Снова провязываем лицевую, изнаночная, 2 лицевых, 2 петли за работой, 2 вместе лицевой, 2 снятые одеваем на левую спицу, провязанную на правую, 2 лицевых, снова 2 лицевых, 1 изнаночная, и продолжаем раппорт. Вяжем так до конца ряда. Провязали 42 ряд, приступаем к вязанию 43 ряда. Вяжем лицевая, изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Провязали 43 ряд, приступаем к вязанию 44 ряда. Провязываем 1 лицевой, 1 изнаночная. Следующих 2 лицевых провязываем вместе. 3 лицевых. 2 лицевых вместе, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так вяжем до конца. 1 изнаночная, 2 лицевых вместе, 3 лицевых и 2 лицевых вместе. 1 изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Итак, приступаем к вязанию 45 ряда. Для вязания 45 ряда я буду использовать спицы на 100 сантиметров и буду вязать Magic Loop, так как на короткой леске мне уже неудобно сокращать петли. Первую провязываем лицевой. Вторую петельку провязываем изнаночной. Две вместе лицевой. Одна лицевая. И две вместе лицевой. 1 изнаночная. И так вяжем до конца. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 1 изнаночная. И продолжаем так вязать до конца ряда. Итак, провязали мы 45 ряд, вяжем 46. Для этого вытягиваем спицу одну и продолжаем вязать.
В 46-м ряду нам надо провязать все петли по 2 вместе, то есть берем 2 петельки и провязываем их лицевой. Следующие 2 петельки провязываем лицевой. Снова 2 петельки провязываем лицевой. И так вяжем все петельки. Провязали 46-й ряд. У нас получилось 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 петля. И теперь мы тоже провяжем по 2 петельки вместе. Одна петелька останется у нас, мы ее провяжем лицевой. И оставшиеся петельки мы затянем. Итак, продолжаем вязать по 2, сокращая наши петли. Итак, довязали нить, мы обрезали, и теперь будем пропускать эту ниточку в петельки. Для этого мы будем подцеплять по несколько петелек и пропускать ниточку. И эти петельки спускаем. Берем еще по 2 и вводим сюда ниточку. Петельки спускаем. Берем еще 2 и проводим. И поднимаем оставшиеся петельки. И также крючком поддеваем нить и пропускаем через все петли. И вытягиваем. Вот такая макушка у нас получилась аккуратная. И затягиваем хорошо ниточку. Когда ниточку мы затянули, мы должны крючком через центр вывести нитку наизнанку. Эту ниточку мы должны закрепить. Вывели наизнанку, и с помощью крючка можно закрепить под петельки. И у нас получится ровная макушка, вот такая. Ну вот, мы связали с вами основу шапочки, и в следующем видео мы свяжем с вами ушки и завязки шапочки. Всем большое спасибо за внимание, надеюсь, вам было все понятно. Если же остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под видео, буду рада на них ответить. Всем пока-пока и до новых встреч! Do you?